тот день к Василию на работу за алиментами зашла бывшая жена. Проходи, садись. Василий Громов, 33 года, киномеханик, разведен. Мне некогда садиться. Я за деньгами. Ирина Бурова, 32 года, кассир в булочной, бывшая жена Василия, разведена. Да, конечно. Сколько здесь? 20. Половина от деда, в этом месяце много ложек продал, и подносы хорошо идут. Подносы. Как вы только живете на свои гроши. Как можно до такой степени ничего не предпринимать? Знаешь, мне моя работа нравится. И батя при хорошем деле. Я не понимаю, чем ты опять недовольна? А надеюсь, ты не забыл, что у тебя есть дочь? Алиментов на Юльку я плачу гораздо больше, чем посуду бы вышло. Мы же с тобой сразу договорились. О чем? О том, что ты всю жизнь будешь простым киномехаником? 12 лет совместной жизни, все коту под хвост, выброшенные годы. Ну, извини. Ну, как можно быть таким безинициативным? Ну, ты посмотри на себя, ты же молодой еще. 3 года прошло, у тебя даже бабы нету. А так тебе и надо. Да, кстати. Что еще? Говори быстрее, а то у меня сеанс заканчивается. Мне нужно уехать на несколько дней. Юлька пока у вас поживет. Без проблем. Дед будет счастлив, да и я соскучился. Да, но при одном условии. Мне нужно на билет, ну и кое-что еще. Давай сюда. Ну, все, что есть. И этого человека я почти любила. Все, давай. Василий уже не в первый раз видел в кинозале красивую одинокую незнакомку, которая ему очень нравилась. Василий давно хотел познакомиться с женщиной из кинозала, но все никак не решался подойти к ней. Мне было очень трудно прийти к вам, но с кем-то надо поговорить. Я нормальный, здоровый парень, а ничего не складывается. Ну, то есть, как я поняла, не складываются отношения с женщинами. А что именно в них не складывается? Я развелся 3 года назад, и с тех пор у меня никого не было вообще. Я не умею знакомиться, не знаю, как подойти, что сказать. Мне кажется, девушки меня не любят. Ну, как же они могут вас любить, если вы с ними не знакомитесь? Но, с другой стороны, раз вы развелись, значит, когда-то женились? То есть, все-таки сумели познакомиться? Да у меня в жизни только Ирка и была. Мы с 1 класса сидели за одной партой, дружили. После школы сразу поженились. Ира сама этого хотела, да и я, в общем, думал, что мы всю жизнь вместе проживем. Только она по-другому решила. В общем, бросила меня. С тех пор я живу с отцом, но так складывается, что ничего другого в жизни нет. Дом, работа, работа, дом. А что конкретно вам сложно? Ну вот, например, мне нравится одна девушка. Она часто в кино приходит, но всякий раз, когда есть возможность подойти, мне страшно становится. А чего вы боитесь? Что она не захочет с вами знакомиться? А что я ей скажу? Ира все время говорила, что я тупой, что со мной скучно. То есть ваша бывшая жена профессор, и поэтому ей с вами скучно. Вы с чего, собственно говоря, назначили ее экспертом по интеллекту? Беда в том, что я и сам уже так считаю. О, ну тогда продолжайте так считать и дальше. Это верный путь к тому, чтобы так ни с кем и не познакомиться. Когда ж хозяйка в доме появится? А то ж все, я да я. Сегодня и появится. Нашел кого? Борис Сергеевич Громов, 62 года, отец Василия, пенсионер, вдовец. Юлька с нами поживет, вечером придет.
Пирожков напечешь? Дрожжи кончились. Бать, взял бы, научил ее готовить. Девчонка растет, вы все, доски, ложки. А мать куда смотрит? Мне это лиса никогда не нравилось. А ты баран. Я баран. Да? Бать, ты ничего не путаешь? Ничего не путаю. Ты всю школу влюбленный в нее был, Ромео. А ей только это и надо. Штамп в паспорте. Ну, ей нужен был не только штамп. Чем-то я не соответствовал. Василий, прекрати. Неужели ты до сих пор сохнешь по этой заразе? Не, бать, меня любовь как рукой сняла, когда мы вместе жить стали. Ну как, вы же сами учили. Жена, на всю жизнь жена. Будь мать жива, она бы тебе объяснила дураку. А, да ладно. Ладно, все. Побежал. Вкусную кашу варишь. Юльку лучше встреть, как положено. Обижаешь. Василий был очень рад, что теперь дочь жила у него. В следующем месяце, смотри, не потеряй. Пап, я сегодня буду поздно, у нас композиция. Давай я тебя встречу. Да мне не надо, я привыкла. Подожди, я знаю, мама твоя часто занята, не может, не дури. Если будет темно, обязательно позвони, я тебя встречу. А чем она занята? Я иногда на тебя смотрю, как на ребенка. Юля Громова, 14 лет, школьница, дочь Василия. В смысле? Ну, как ты думаешь, где сейчас мама? В командировке. Какая командировка у кассирши из булочной? Сам подумай. Так ты чего наводишь тень на плетение? В чем дело? Да никуда она не уехала. Просто при мне с любовником стесняется, мешая я им. Юля, прекрати. Ну, ты точно, да исторически. Может, тебя еще слово «любовник» шокирует? Ладно, все, мне пора. Давай, пока. Батя! Батя! Батя, отец! Алло, скорая? У человека диабетический криз. Василий и раньше сталкивался с тем, что больной диабетом отец иногда забывал сделать укол инсулина. 62. Но в таком состоянии он видел отца впервые. Да у него уже лет 10 диабет. Василий очень переживал за отца. Вась, подожди. Ну как вы? В порядке. А ты где пропадал? Почему пропадал? Вась, всего 2 недели. Как Юлька, нормально? Нормально. А ты что такой злой? Я Юльку сегодня заберу, ты не беспокойся. Знаешь, вот нам давно уже надо поговорить о дочке. Да ни о чем не надо говорить, Вась, все хорошо. Я замуж вышла, я счастлива. Я почему пропала, все так просто неожиданно получилось, вот. Можешь меня поздравить. Подожди, а вы где жить собираетесь? А тебя что, Вась, не интересует, за кого вышла замуж и кого теперь люблю? Почему ты такой эгоистичный, Вась? Почему ты всегда думаешь только о себе, всегда только о себе? Нет, он у тебя жить собирается, так? А как вы там все разместитесь в однушке? А Юлька спать где будет? На кухне, что ли? Вась, ну почему ты такой зануда? Ну почему у тебя только жилплощадь? А почему вы с отцом тогда не отдали нам с Юлькой двухкомнатную квартиру? А как кость собаке кинули, однушку бабушкину? Кость? Да. А ты забываешь, что это была моя бабушка? И квартира была тоже моя? Не, ну с тобой совершенно невозможно разговаривать. А у нас очень большие планы, поэтому Юльку заберу с собой. С вами скучно и всегда было скучно. Чао. Да, и не забудь про алименты в этом месяце. После развода Василий так и не устроил свою личную жизнь. Ему давно нравилась девушка, которая часто приходила в кинотеатр, но он не знал, как с ней познакомиться. Бывшая жена Василия, Ирина, попросила его на несколько дней взять к себе их дочь Юлю. Василий и его отец были счастливы. Однажды, вернувшись домой, Василий застал больного диабетом отца без сознания. Вскоре Ирина сообщила Василию, что вышла замуж и собирается забрать Юлю к себе. «Я не хочу отдавать дочь жене. Юля тоже не хочет туда возвращаться, но суды не моя история. А если мать все-таки пойдет на принцип и дело до суда дойдет? Придется с дочерью расставаться только, чтобы в суд не идти, да? Раньше я думал, что Юля с мамой лучше. Но она была для нее только поводом для вечного шантажа. Теперь Юля выросла, сама во всем разобралась. Все эти дни Юлька после уроков бегала к деду в больницу, слава богу, он поправляется. Я окончательно убедился, что ей с нами лучше. У нас семья, я, дед, Юля. Да вообще о чем мы разговариваем? Если Юля не хочет возвращаться к матери, то как там может ее заставить? Из школы, что ли, выкрасть?
Вы? А вы как здесь? В каком смысле? Я Алла. Алла Майская, 29 лет, администратор в кинотеатре, не замужем. Новый кассовый администратор. Вот, знакомлюсь с коллективом. Очень приятно, Василий. Очень приятно. Я уже знаю, что Василий. Директор просил передать, что ваш сменщик заболел. Не могли бы вы его подменить на ближайшие пару дней? Без проблем. Вот чаю хотите? Нет, спасибо. Мне уже надо бежать дальше. Здрасте. А вы кто? Юля, это невежливо. Алла, познакомьтесь. Вот, это моя дочка. Кинолюбительница, так сказать. Понятно. Ну, привет. У вас сережки классные. Сразу видно ручной работы. Да, ручной. Знаю я одно место, где такое делают и продают. Все-таки то, что сделано руками, лучше, чем эти дурацкие штамповки. Всех одинаковые. А я всегда хотела узнать, как показывают кино? Я вам обязательно как-нибудь покажу. Пап, кстати, когда сеанс начинается? Минут через 10. Тебе суп из пакетика заварить? Не, не надо, я сыта. Суп из пакетика ребенку вреден. Ну, до свидания. Всего за несколько дней совместной работы Василий понял, что ему интересно общаться с Аллой. Часто меняются, замуж выходит. Хорошенькие, молоденькие, дирекция еще маникюр оплачивает. Зритель приходит за билетом, видит сначала этот маникюр, потом смотрит в глаза, ну и начинается. Может, зря я начальницей над ними стала и сама в кассирши не пошла. А вы не замужем? Простите. Нет, я не замужем. А что вы извиняетесь? Вполне нормальный вопрос. Ну, просто вы такая красивая, даже странно. Я вас давно заметил. А я знаю. Как? Ну, я же не слепая. Видела несколько раз, как вы за мной после сеанса шли. Правда? А я так скрывался. А вы ни разу не обернулись. Ну, а как же я могла обернуться? Вы же сразу что-то подумаете. Ну, что я подумаю? Да, мало ли. Ну вот, мы и пришли. Вы домой? Я тоже домой. Спасибо, что проводили. До свидания. До свидания. Василий был счастлив. Его отца выписали из больницы, Ирина больше не появлялась и не вспоминала про дочь, а Алла ему явно симпатизировала. Яд, я с тобой пойду. Зачем? Диабет мой охранять? В чем тут диабет? Я эти доски и ложки расписывал, я и продавать буду. Пап, у нас же лучше стало получаться. Правда, красивые. Правда, красивые. Да ты вообще у нас талант, я никогда в этом не сомневался. Дед тебя всему научил. Только я не уверен, что юной особе полезно столь раннее приобщение к рыночной торговле. А губить мой личный бизнес полезно? И вообще, я голосистая. Со мной торговля живее. Вот этой голосистости-то я и боюсь. Пап, мы новое поколение. Мы этому всему отроду научились. У меня и чувство юмора есть. Для покупателя самое то. Ну, чтобы наоборот, дедулю дома остался. Еще чего. Размечталась. Я не 100 лет. Ладно. Все, идите, бизнесмены. Только законы у нас железные. Угу. Юль, следишь за дедом? Дед, следишь за Юлей. О. Незаметно для самих себя Василий и Алла перешли на «ты». Без крика, без истерик, сделать так, чтобы Юля жила с нами, а Ира со своим новым мужем успокоилась. Ничего не хочет, ни понимать, ни слушать. Ну откуда же мне знать? У меня семьи нет, не было и, наверное, не будет. А скандалов и разборок я боюсь не меньше тебя. Да я не то чтобы боюсь, я просто выключаюсь. Ой, мне это знакомо. Хотя, с другой стороны, вашим отношениям с дочкой можно только позавидовать. Я же вижу, как вы друг друга любите. Ну, что тут посоветуешь? Я никогда не видела твою жену. Слава богу. Может, мне не надо тебе этого говорить, но
Всякий раз, когда Ира начинала верещать, со мной просто ступор делался. Я до сих пор не понимаю, как так люди могут меняться до замужества и после. А уж если она рыдать начинала... Подожди, а когда Юля в детстве плакала, ты тоже в ступор впадал? Ну, это же совсем другое. У Иры, у нее крики, слезы, даже смех. Все ради того, чтобы только что-то выгадать. Раньше я думал, что это чисто женское. Но все же женщины не могут быть такими. Не хочу плохо говорить о твоей жене, но мне только одно кажется. Пока ты не наладишь свою личную жизнь, она от тебя не отстанет. Новый у нее муж, не новый, такие ни за что не отстают. Здорово. Чего такой? Вот и забрали у нас Юльку. И радостно это. Пришла эта твоя, собрала Юлькины вещи, раскричалась. Говорит, ноги больше девочки не будет в нашем доме. Надо что-то делать. Сейчас, батя, разберемся. Алло, Ир, привет. Да? А в чем дело? Ты что опять затеяла? Я? Да как ты посмела отправить ребенка торговать? Это же ребенок. Ты что, из нее тоже кассиршу хочешь сделать? Какую кассиршу? Она доски расписывает. А потом вы ее отправляете на рынок? Ребенок целое воскресенье простоял за прилавком. Мне все люди рассказали, все. Ты эксплуататор, я к тебе больше близко ребенка не подпущу. Ладно, все, понятно. Ой, батя, ну говорил же, не надо было вам на этот рынок. Сейчас судиться придется. Вот зараза. После развода Василий так и не устроил свою личную жизнь. Ему давно нравилась девушка, которая часто приходила в кинозал. Неожиданно она устроилась работать администратором в тот же кинотеатр. Они с Василием подружились. Бывшая жена Василия, Ирина, попросила его на несколько дней взять к себе их дочь Юлю. Василий и его отец были счастливы. Узнав о том, что Юля торгует с дедом на рынке, Ирина устроила Василию скандал и забрала дочь к себе. Если все-таки судиться с Сырой, она начнет цепляться к тому, что я эксплуатировал дочку. А я ее не эксплуатировал, ей самой было интересно деду помогать. А если еще Ира узнает, что у меня отношения с Аллой, мне точно Юли не видать. А у вас отношения с Аллой? Кое-что намечается, хотя пока ничего, она мне просто нравится. Городок у нас маленький, если чуть что, Ира сосвету меня сживет. Она была всегда жуткая собственница. Я поняла. Вы же не знакомиться с женщинами боитесь. Вы вообще все на свете боитесь. Тогда у вас только два пути. Или продолжать бояться. И тогда получится, что ваша бывшая жена права. И у вас никогда ничего не будет так, как вы хотите. Или научиться не просто бояться, а бояться и при этом делать. Очень, кстати, полезное умение. Василий всерьез задумался о словах Галины. Я спрячусь, если надо. Пусти еще. Но ведь это же твоя мама. Ага, мама. Вы бы знали, сколько ее любовников я перевидала с детства. Это папка еще не знает. А мужа нового вы бы видели. Гриша. Там такой Гриша. Какой? Да тупой очень. Я подшутила над его пивным животиком. Он меня как дынул локтем. Через всю комнату летел. Мама стоит и смеется. Как смеется? Господи. Ну... Если всерьез придется прятаться, приходи ко мне, я тебя прикрою. Почему ты папе ничего не говоришь? Так, ну-ка, ни в какие прятки мы играть не будем. Я этому Грише еще морду начищу. Животик, говоришь. Юль, ты в суде готова сказать, что со мной жить будешь? Да хоть в конституционном. Я им скажу, что все равно по воскресеньям буду с дедом на рынок ходить. А вдруг у него опять диабет разыграется? Мне это нравится. Я покупателей привлекаю. Все, ладно, это мы потом обсудим. Сейчас марш в школу. Но ты уверена? Уверен. Пап, кстати, ты заметил, я уши проколола. Зачем? Догадайся. Тебе так мои сережки понравились?
Это что еще за вымогательство? Ничего и не вымогательство. Вот что с ней делать? А ты где такие сережки достала? Где-нибудь такие можно еще купить? Это подарок моего бывшего жениха. Василий всерьез увлекся Аллой. Ему хотелось узнать о ней как можно больше. А ты ничего не рассказывала? Ни про себя, ни про семью? Да что тут рассказывать? Ну, детдомовская я, отца, матери не знаю. Потом был жених, да лучше бы его и не было. Почему так? А я продавцом работала в одном кооперативном магазине, откуда у меня эти сережки. А он ювелир был. Совсем уже собрались пожениться, и тут вдруг... Что? Да, приехала к нам в магазин одна фифа из Москвы. Ну, он, правда, талантливый ювелир был, не отнимешь. Но она это сразу и разглядела. Что, он оказался плохим человеком? А он пропал за неделю до свадьбы. Как так? А вот так вот взял и пропал. Без объяснений, без всего. Я уже туфли белые купила. Выбросила потом. Так может быть с ним что-нибудь случилось? Ты что, не искала его? Да что там искать? Я сразу все поняла. Увезла его эта фифа. У нее деньги, у него карьера, и прощаться не надо было. А я кто была? Так? Подножный корм. Ты? Подножный корм? Да как ты смеешь так про себе? Знаешь, ты всю жизнь подчинялся жене, а я обстоятельствам. А они совсем не такие, как мы. Я тебе скажу, гад твой этот жених был. Обыкновенный гад. Ну почему же? Сейчас много таких людей. Я в детдоме навидалась. Ни стыда, ни совести, все нормально. Я от него только эти сережки оставила. Думала, пусть будет напоминание. Слушай, а приходи к нам в субботу, я тебя с отцом познакомлю. С какой стати? У Юльки день рождения, все веселее. А то мы все время троем были, и она слишком рано начала чувствовать себя единственной. Ну и что же в этом плохого-то? Ну, все-таки мы не компания для взрослеющей девочки. Ну что ты такое говоришь? Мне бы в детстве такую компанию. Трудно в детдоме, да, было? Как же тебе удалось такой сохраниться? Какой? Тихой, скромной, застенчивой. Понятия не имею. Никогда об этом не думала. Окрыленный согласием Аллы прийти в гости, Василий поспешил в магазин за продуктами. Алло. Это ты настраиваешь дочь против меня? Чтоб только не платить алименты? Да я официально подам на алименты, и ты мне за все расплатишься. Подавай. Только отныне Юля будет жить со мной. Это ее решение. А условия у нас есть. Какие условия? Я мать! Увидимся в суде. Хорошо, я готов. Я только жалею, что раньше с тобой во всем соглашался. Вот больше так не будет. Наступила суббота. Василий с нетерпением ждал прихода Аллы. Пап, звонят! Открой! Иду, иду! Иду! О, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Алла. Очень приятно. Я Борис Сергеевич, Васин папа. Мне Вася очень много рассказывал хорошего о вас. Ал, я сейчас... Пап, у тебя что-то горит там. Это у меня бешамель пригорает. Может быть, вам помочь? Ну что вы, у меня сегодня праздничный обед. Привет. Привет. А где же Юля? Кто у нас сегодня ждет подарки? Ее пока нет. Прости, можно тебя минуточку? Я все наврал. Что? Нет у Юли никакого дня рождения сегодня. Я просто хотел, чтобы ты пришла. Зачем? Я вот тебе
подарок приготовил. Вась, да что ты вообще выдумываешь? Что все это значит? Ты коробочку-то открой. Какая прелесть. Спасибо, но с какой стати? Ты забудь, пожалуйста, своего жениха и сережки его сними, они не нужны тебе. Подержи. Алла, я не знаю, что у нас получится, но ты мне очень нравишься. И ты мне тоже нравишься. Очень. Я хочу, чтобы ты носила мои сережки. Как сказал Авраам Линкольн, вы не можете убежать от собственной слабости. Однажды вы должны либо победить ее, либо погибнуть. И если так, то почему не сейчас, а не здесь? Именно в такой ситуации оказался и Василий из нашей истории. Как-то так получилось, что он боялся всего на свете. Конфликтов, собственных действий, неудач. И поэтому во всех ситуациях, которые казались ему опасными, ну, то есть практически в любых, он отступал, чтобы ему, как он думал, не угрожало. И каждый раз он все ближе и ближе подходил к той невидимой черте, за которой он попросту перестал бы быть самим собой. При этом каждый раз у него оставался выбор – продолжать отступать или, в конце концов, встать грудью на защиту собственных желаний, прав, мыслей, чувств, действий. Наверное, ему очень повезло, что его бывшая жена перегнула палку. Он наконец-таки понял, что все, отступать дальше некуда. Позади-то Москва –